Анонс и точная дата выхода 12 серии турецкого сериала «Клюквенный щербет». 12 серия сериала выйдет в эфир 13 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Омер и Кивилл Джим, у которых была интересная ночь, были шокированы неожиданным прибытием Митихана и его матери. Отношения между Дагой и Фатихом, кажется, наладились. Фатих выделяет ей комнату в компании, чтобы Дага могла комфортно работать со своими университетскими друзьями. Фатих стал тем, кто решит проблему с домом подруги Доги Элис. Нилай, решившая купить лодку, убеждает своего мужа Мустафу получить деньги от ростовщика. Когда Мустафа впервые в жизни говорит отцу, что продал лодку, его переполняет тяжесть лжи. Зная беды Алев, которая не принимает его помощи, Абдулла решил помочь ей втайне от нее. Новость о том, что Дага беременна близнецами, вызвала радостное волнение в обеих семьях. Когда Пембе узнал, что Нурсема встречается с Смутом в кафе, реакция была очень резкой. Кивил Джим, которая не выдерживает настойчивости Амера и соглашается поговорить с ним, испытала шок всей своей жизни. Напомним, 12 серия сериала выйдет в эфир 13 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.